Сегодня в областном управлении координации социальных программ прошла встреча участников общественного объединения «Права и возможности инвалидов», на котором были подведены итоги деятельности за текущий год. В этом году по Жамбылской области реализовано 12 социальных проектов. На эти цели было выделено 98 миллионов тенге. Всего участие в них приняли 2200 лиц с ограниченными возможностями по разным социальным направлениям. Этот соцпроект, сами знаете, например, каждым годом расширяется в нашей Жамбылской области круг лиц, которые привлекаем, например. И, соответственно, наши лица с ограниченными возможностями получают много. Следующий год эта работа продолжится по новому направлению. И следующее направление нам привлечение социальных проектов сельских районов, глубинки, например, привлечь наших детей и взрослых. Социальные проекты помогают людям с ограниченными возможностями реализовать себя, трудоустроиться или просто научиться чему-либо новому. Например, проекты покройки и шитья, открытие хосписа. Имеется также дистанционное обучение инвалидов. Каждый руководитель создает проект, затем в управлении координации социальных программ защищают его. Алия Садыкова – одна из руководителей социального проекта «Обучение компьютерной грамотности для лиц с физическими ограничениями». К 2018 году мы уже обучили более 500 человек с ограниченными возможностями компьютерной грамотности. Далее в 2019 году у нас будет уже другое направление. Обучение компьютерной грамотности у нас уже будет в селах. Два села охват будет. Также мы... Ну, это в наших планах, конечно. Мы хотели бы также в рамках проекта обучения компьютерной грамотности, ну, создать ремонт компьютеров и ноутбуков. Вот. Ремонт это будет, сам ремонт будет платный, а материалы к этому ремонту, конечно, это будет оплачивать клиент. Ну, клиент это имеется в виду инвалид. Также руководителями социальных программ планируется ввести проект улучшения жилищных условий для инвалидов. Услуги будут оказываться абсолютно бесплатно. Оплатить необходимо только материал для работы. Завершение встречи прошло награждение благодарственными письмами участников, внесший вклад в развитие той или иной социальной программы. Элеонора Бухонова, Адильбек Самаликов, 77 News.